квартира Зеленского первоначальной стоимостью 24 миллиона рублей была продана за 44 миллиона. Два конкурента было на этих торгах. Это не маленькие деньги для бюджета Крыма. Они пойдут на поддержку участникам СВО, мобилизованным, семьям погибшим, для нужд фронта. Подумаем, у нас есть куда тратить это. Все 8 лет до начала спецоперации и украинский бизнес в Крыму не ущемлялся, никаким образом не преследовался. У нас и не было такой цели. Платите налоги, развивайте предприятия. И мы, в общем-то, как и вся Россия, надеялись, в конце концов, хоть какие-то взаимоприемлемые отношения выстроить. Когда уже после спецоперации стало очевидно, что это невозможно, когда стала экспроприация всех российских активов самым бандитским способом, и когда начали с территории Украины бежать предприниматели, все те, кто так или иначе был связан, в том числе и крымчане, стало очевидно, что наступает вот этот Рубикон, уже за который нам, так сказать, перестает необходимо перейти.